прошлый раз мы поменяли на Ниве передние амортизаторы, которые по относительно ровным дорогам прошли 11 тысяч километров. Однако после внедорожных заездов, которые входят в программу наших ресурсных испытаний, у Нивы вышли из строя все 4 амортизатора и задние продольные тяги. А ведь мы проехали всего 1000 км по легкому грунту и 500 по тяжелому. Еще раз из-за обрыва кронштейна оторвалась защита двигателя, но на этот раз полностью. Также после бездорожья выявилась еще одна проблема – это плохая изоляция моторного отсека, из-за чего весь двигатель покрыт толстым слоем грязи и пыли. И опять проявила себя коррозия, заржавел замок капота. Закрыть капот удалось только после обработки замка жидкостью ВД-40.